Большое спасибо всем, кто за меня голосовал. Получить премию – это очень важно. На самом деле я пишу одну и ту же книгу всю свою жизнь. Когда-то, мне было, наверное, 6 лет, мы с бабушкой шли по дороге и увидели мертвую кошку. Все шли мимо, она вернулась, взяла лопату и эту кошку похоронила. И я помню этот шок, когда впервые ты сталкиваешься со смертью, реально, ты думаешь, и вот бабушка, она тоже, как эта кошка, умрет, и все люди, которых я люблю, и я, и что делать со смертью? И дальше всю жизнь я отвечаю на вопрос. И вот последний роман «Письмовник», где я для себя отвечаю, что нужно делать со смертью. Нужно принимать смерть как самый дорогой дар, потому что смерть, особенно близких людей, которых ты любишь, это невероятный дар, который помогает тебе понять, для чего ты здесь на земле, что такое любовь. И когда я писал эти письма, то каждый раз, каждое письмо я посылал моей музе. Мою музу зовут Женя, она здесь, в этом зале. Спасибо большое. Слова заберут меня с собой вечность. Слова возьмут роман куда-то, а ты останешься здесь.